Тигр, ты видел льва? Не-а. День, вы сегодня снова на канале Атмосфера Жизни. А сегодня мы второй раз приехали в сафари-парк, Дубай сафари-парк. И по счастливой случайности мы смогли сразу купить билеты на сафари. Хотя мы хотели пойти в зону Азии, ну там все, что не досмотрели. Значит, вот нам дали билет на вход. Мы можем пройтись и по парку, в принципе. Мы, получается, зашли не только в какой-то там Explorer Village, но вообще в Дубай сафари-парк. Вот нам дали обычные билеты. И вот это, видимо, на руку. А, значит, цена за сафари у нас 90 дирхам, но это не включает ват, вот эти 5% налог, поэтому 9 дирхам вот за двоих нас еще сверху взяли. Что, кстати, в Дубае очень распространено, не включать этот ват. Потом на деле оказывается, что ты платишь больше. Бать, мне достался сегодня слон, кажется. Так, мы сейчас это, наверное, приклеим себе на руку. Пойдем искать автобусик. Пока мы просто катаемся на этом потрясающем паровозике, который является, по сути, такси по этой территории. Нам обещали, что мы завернем в Explorer. А пока полюбуемся Дубаем, Буржой и очень классными поливалками. Сегодня в эту жару прям так и хочется туда окунуться. Повернули мы на Explorer Village. Вот она. Мы должны здесь выйти. Там нас должен перехватить другой поездок. Сафари Джонни Депач. Вот сюда. Вот, тут, видимо, Departure Station. Гипопотамы всякие, это нам не надо, жирафы. Потом вот мы идем на сафари Джонни Departure Station. Вот, например, приехал новый автобус. А за автобусом носорог. Вот там вот виден. Показали мы, я так понимаю, только вот эти билеты, а наличие желтенькое, ну это, наверное, как факт. Не есть, не пить. Огромная очередь. В этот мы явно не влезем. Будем ждать следующий. Доехал автобус, за ними закрылись двери. И все, они стоят, ждут теперь чего-то. Да, там открываются двери дальше. Стоим уже в очереди близко. Вот им открыли ворота. На этот счет проблема. Мне почему-то кажется, а тут, наверное, все равно. Но пока еще в ожидании. Носороги там где-то купаются. Мы протерли себе окошечко. Сказали без вышки в и сидеть. Открываются ворота, и мы сейчас прям по воде как пройдемся. Интересно. Тигр любуется. Так. Тигр, как-то тяжело идем. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ладно, спинка гипопотама там. А мне больше интересно, как мы проходим вот по вот этой воде.
А здесь прям, ну, круто реально. Там, видимо, такая дорога, она выложенная, какая-то каменистая. Что ж, птичка первая. У нас еще одни двери. Еще одни двери открываются. Какая интересная птица. Так, ой, уточки переходили дорогу. Утка переходила дорогу. Право, жираф, а что, мы не туда сели, что ли? Они так смотрят на нас. Снова заезжаем в какой-то очередные ворота от гейт 3. Вот там дальше гейт 4. Обезьяны будут. Там мигает лампочка, мы, видимо, ждем разрешения на въезд. У нас открываются ворота. Тигр пришел себе здесь девушку найти. Жаль, конечно, получится. Ну и что? Мы реально не на ту сторону. Вон они. Так, у нас открываются шестые ворота. Там зебра. И опять со стороны не наши. Они опять не с нашей стороны будут. Ой, кто-то есть. Нет, блин, в нашей стране почти никого. Жираф тут отдыхает. О. В этот раз нам повезло. Страус этот. Кстати, твой страус. Коленчик, твой страус. У нас кушанье. Чешутся рожки. Прям разогнались так вообще. Так, тут у нас ничего нет? Да. Да, птичка красивенькая, что-то она там не очень вкусная ест явно. Кто это, барашки? Ух ты, какие у них рога-то. Маленькие такие. Ну, в принципе, не так уж у них здесь плохо живется. Прям такие условия саванные. Ой, нам открываются новые ворота. Слушай, они такие
как бы... Да. Они сидят на дороге. Они сидят на нашей дороге сидят. И как же с ними быть? А он смотри, он как бы поворачивает к ним. Они вот встали. Встали, пошли. Вот, перелег в тенек. Вадимы, красавчики-то, а? Да? Красавчики? Да. Что у тебя нос драный? У него нос драный. Вот такой вот у нас человек. Кстати, африканские львы, которые мы видели там в вольере, были другие. Это он на свободе, а мы сидим в автобусе, да? Да. Такая у него кисточка интересная. Птички красивые белые. Кто там? Мы едем дальше, там, говорит, бежит носорог где-то, я вот не знаю. Ой, вон они бегут. Слушай. Я не знал, что они так могут бегать. Могут бегать. А там львы. На львов все смотрят. Мы пока посмотрим на эту сторону. У нас открываются новые ворота. Интересно, что они двойные. Мы, кстати, сейчас едем к носорогам. Мы к носорогам едем. К носорогам едем. Ой, а там даже тройные ворота. Для носорогов другая система. Да, да, да. Да, 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 я вижу. Система для носорогов. Так, с нашей стороны пока пусто. О, вот носороги. Носороги здесь. Но бежали они, конечно, интересненько. О! Какие они вообще? Их же все меньше и меньше становятся. Такие прям, знаешь, древние-древние, да? Как из древнего мира какие-то животные. Да. Необычные. Прям как динозавры практически. Они так месят грязь. Месят грязь? Так, верблюда. Мы, кстати, верблюда в пустынке видим. Ой, как красиво у них тут вообще просто. Такая трава, прям саванна-саванна. Очень классно у них здесь. Птицы. Мы несемся на виражах. Аисты. А вы здесь, вы не улетаете, что ли, ребята? Как опасно на этот животных. Наверное, вода. Зато аист. Вон он какой, смотри. Вон какой аист. Аист красивый, да, такой вообще? А мы заезжаем куда-то. И у нас механика, это очевидно. Мы же скатываемся. Так. Крокодайлз где? Под деревом крокодил. Вон еще крокодил под деревом. Нас вообще просили не вставать, конечно. Ну как не вставать? Крокодилов проехали. Как у них здесь все интересно. Живут они вообще просто в лакшери условиях.
ворота 16. Зона Д. Дальше у нас опять ворота. Кто-то там, чья-то попка уже торчит, я только не могу понять, чья. Сейчас заедем, выясним. Слушай, это какое-то копытное с рожками. С рожками? Маки долетела, да. Гиены вот эти. Кто это? А там какой-то олень с рогами под деревом, смотрите. Я почти не слышу нашего гида. Не разобрать. Нет, у них здесь такие условия интересные. Прям саванна-саванна у них. Опять мы по какой-то воде едем. Ой. Это, наверное, ой, сейчас, наверное, было просто для эффекта. Какие-то копытные. Какой-то арабский кто-то. Кстати, да. В пустыне в Абу-Даби такие гуляют. Я на видео смотрела. Какие у него там были рога такие закрученные, волнистые. Тигр ходит. К тигру, тигр. Мы к тигру едем. К тигру. У нас двойные, двойные ворота к тигру. Для тигра не пить. Под деревом будет тигр. Здесь у нас? Да. Классно. С моей стороны? Он очень красивый, прямо тут. Тигр, он очень красивый. Давай засматривайся, может понравится. Где? Так, тигр раз. Тигр два. Тигр два. О, какой он классный. Вообще, тигр. Тигр, он такой красивый. Нашему тигру нравится этот тигр. Вот какой у него. Ну, очень классный, очень красивый. Да, вот такой ухоженный, такой прям ухоженный ты. Слушай, здорово. У них водопад, вон там классный. Стараюсь на правую сторону не смотреть, но все равно ничего не понятно, зато здесь, может быть, что появится. Птички такие бегут. Опа, улетел. Ой, мы в классную пещеру заезжаем. Небольшую. Не, прилично. Так. Не, левая сторона оказалась козырненькой. Ой, ты вот еще тигр. Еще тигр. Какой красивый. Эти какие ушки у нас белыми. Ой, смотри, похожи же они, да? Вообще похожи. Красивый, да. Ой, какие мы красавчики. Классный вообще. Вообще очень классно, такой красивый, они такие раскраски красивые у тигров. Как-то львы, они не настолько прикольные. Там кто-то крокодил там валяется. В воде. Гейт 21. Открываемся. Там еще один автобус едет. Ой. Вообще впечатление
невероятно много. Прям, ну опять же, да, вот Дубай, не Дубай, фиг поймешь. Столько времени живем в Дубае, удивляемся, что здесь можно столько всего увидеть, стольким всем удивиться. Просто круг. Просто круг? О, нет, смотрите, гиены. Говорят, злые. Просто улеглись спать. Там кто-то такой полосатый. Пятнистый. Они разные, видимо. Слушай, как они дрыхнут вообще, да? Нет, они прям здесь, знаешь, другие, не такие, которые мы видим. Да. Свободные. Ну как им жарко, ребята, вообще. Как же вам жарко. Красивые, да? Дикие собаки. Ворота 23, мы в очереди. Козырьки на горе. Справа. Может быть, есть и слева, я просто... Там что-то есть слева. Кто-то. Но они будут в итоге справа. Какие-то овцы. В Сахаре? Они из Сахары? Стенные овцы. Вон, перед нами уже 25-й ворот открыты. Нас ждали. Здесь нас ждали. Вот это мне нравится, сооружение для птиц. Наверное, для птиц или смотрителей каких-нибудь. Наверное, смотрителей. За животными. Так, 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 так. Кто здесь? Никого нету. Кто-то там впереди. Вот какой красивый. Мы прям мчимся. Мы здесь уже были? Были, да. Да. Я бы еще бы носорогов бы посмотрела, как они бегают. Ну как они бегают, хотелось бы увидеть. Нам будет сейчас дорожку переходить? Нет, не будет. Все-таки условия у них здесь саванные. Не маленькая саванна, но, наверное, им достаточно. Они, возможно, и в природе тоже бегают по небольшой своей территории. Я так думаю, что они не всю саванну там километры исследуют. Здесь им тоже, наверное, хватает места. 26-е. Значит, еще что-то впереди имеется. И 27-е сразу. Вот здесь мы стояли. А, вон они лежат вдоль. Да. Вижу. Мы с тобой здесь стояли, помнишь, да, перед выходом в прошлый раз? А точно ли я видела? Да. О чем речь идет? Вори. Гепард. Это был гепард. Мы их уже видели. С этой стороны, блин, нету никакого гепарда. Все они у нас. Мы их уже снимали. Сейчас они бедные в тени. Мы их уже видели. Видели, да. Да, даже лучше, чем сейчас. Даже я их видел. Тебе они вообще зашли. Мы еще сходим и посмотрим еще разок. Конечно. Опаньки, привет. Такой, я типа просто в тени лежу. Езжайте, ребята, бай-бай. Они на этих людей уже насмотрелись просто. Кстати, у нас неплохая левая сторона, мне нравится. Гепард, он очень быстрый ведь, правда? Очень быстрый. Вот, поэтому она и сказала... Вот поэтому она и сказала fastest lion. Да, мы выехали, все.
Да. Гепардами началось у нас, гепардами и закончилось. Ой, нет, как-то прозвучало плохо. В общем, мы видели гепардов еще в прошлый раз, под конец. И сейчас гепарды последние. Ну что, тигр? Ну да, там красивый был тигренок. Я не успела с ним познакомиться. Познакомимся еще. Нет, подожди, не надо знакомиться с ним. Пойдемся, тигр. Все, мы на выходе. Мы на выходе. Я не знаю, сколько, минут 40, наверное, прошло. 4, да. Остался час до, в принципе, того момента, когда начнут всех выгонять. И мы сходим еще разок посмотрим на гепардов, которые сидят в тени. Потому мы что... все пойдем посмотреть. Да. Больше всех тигр хотел посмотреть на гепардов. Кстати, они самые маленькие из этих львов. И что, самые быстрые получаются? Самые быстрые, да. Ой, мне жжется на солнышке, что уже не так жарко. Время 4, да? Они, наверное, друзья. Они, наверное, очень хорошие друзья. Гепард. Самые быстрые. Такие маленькие. Такие быстрые. Их, наверное, очень сильные лапы, да, если они развивают скорость 110. Да, я думаю, что... Слушай, 110, я представить себе это не могу вообще. Вот, кстати, вопрос, 110 ли? Мы потом гуглим. Гуглим потом. После Коли мы всегда потом еще дополнительно гуглим. Слушай, с носорогами у меня получилось какая-то... Не дожали с носорогами. То, как они бегали, я видела их прекрасные задницы, бегали они хорошо. Но мне хотелось... Мне хотелось просто прям вот по полной посмотреть на это. Там шоу птичье, но уже не попасть. Вход закрыт. Я думаю, что они набрали людей, и все, и закрыли. А где? А, у того парня. Может, мы можем там попасть? Того не пускают уже. Вот же, куда все смотрят? Я думаю, куда-то все не туда смотрели. Интересно. Я видел, как он там полетел. Там опять они, видимо, ждут кого-то, но я подожду его здесь. Вроде мы успеваем на этот шоу птиц, в отличие от прошлого раза. Сегодня мы на него попадем. В прошлый раз мы смотрели из кустов из этих.